Здорово, это домашний канал Валерки, и внезапно для меня и, наверное, для вас. Сегодня мы будем играть и смотреть демку игры Twin Soul. Это психологический инди-хоррор, о котором многие говорят. Говорят то, что это будет какой-то, не знаю, там прорыв в инди-хоррорах, потому что разработчики вдохновлялись Silent Hill'ом и работами Дэвида Линча. Типа, говорят, это будет очень атмосферно. Вот, надежды большие на этот проект. Ну и мы сегодня посмотрим. Вот. Напоминаю, что это демка. Что здесь могут быть лаги, баги, короче, это сырая версия. Демка это доступно стало совсем недавно, несколько дней назад. Я случайно наткнулся, как бы. Вот. Не знал, что она вышла в открытый доступ. Так, мы в подъезде, за окном идет дождь. Идет дождь. В принципе, как бы работает вообще оптимизация, в принципе, отличная. Работает отлично. Действие игры, короче, происходит в России. В России. В промышленном городе каком-то. Ездок. Хабарики в подъезде. Спички, смотри, спички. Прям реально спички. Отлично. Расписанные подъезды. Такие подъезды можно было раньше встретить частенько. Сейчас, как бы, наверное, реже. Такие вот списанные, задрипанные подъезды. Так, стены — это наши СМИ. Да, 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 я помню. Я помню, да, признаю, я даже сам писал, когда был мелкий, на стенах. Тут был Кеша. Отлично. Кул. Кул, любви нет, есть шаурма и котики. Отлично. Жанна Гол. О, понятно. Понятно. Жанна Гол. Урод, объявление электрики. Да, помню, все подъезды были исклеены всякими объявлениями. Рождество Христово, церковь Христа. Церковь Христа спать. Чё за звук? Или это трубы шумят? Рождество Христово, Церковь Христа Спасителя. Цой жив, а вы говно. Цой жив, а вы говно. Отлично, пошел. Отлично, это ты, лох. Кругом вандалы какие-то. Окей, кругом одни вандалы какие-то, окей. Так, куда нам идти? Прохода нет, лифт точно должен работать. В настройках, короче, русского языка я не нашел. Я думал, она будет на английском. Но вот тут вот как-то вот так получилось, что субтитры, они все равно на русском. Но я думаю, это в дальнейшем пофиксит. Тут был Кеша опять. Серый пацан, Гена пацан, Лена пацан, Коля хуй. Да, кое-кто больше не кое-кто. Вот такие вот надписи. Так, проход. Ауе! Проход. К квартирам, наверное. Так, так, электричество не будет в среду с 10 до 12. Окей. На подстанции, которая обслуживает наш офисный центр, будут менять оборудование после замены. Понятно. Ну, это стандартная фишка, короче, в России, да, когда вырубают электричество. Частенько такое. До сих пор даже. Кругом вандалы какие-то. Понятно. Где на это? Все повторяется. Надписи повторяются. Соблюдай чистоту. Соблюдай чистоту. И тут был Кеша. О, веник. У меня такой же дома веник. Так, а я могу садиться там? Нет? Ладно. А, тут у нас забаррикадировано все. Проход у нас один. Идем. Серый пацан. Так, окей. Висит навесной замок. Почтовые ящики. Сдам квартиру. Сдам квартиру. Пачки сигарет. Забей на все. Забей на все. И тут опять какие-то лучший сервис на дому. Ремонт компьютеров. Окей. Ремонт компьютеров. Окна ПВХ. Окна ПВХ, заебись, да?
Ну, не осуждайте за маты, так что... Так, забей на все, на всех. Окей. Ох, что с камерой-то? Что с камерой-то? Я аж потерялся. Так, окей. Лифт туда. Нам, в принципе, в лифт, да, надо? Ну, давай посмотрим, что еще у нас здесь есть. Что еще у нас здесь? О, да блин, камера что-то скачет. Миксы, соли, понятно. Понятно. Вы говно опять. Говно, засранные, короче, мусорные ящики. И соблюдайте чистоту. Окей. Смотри, газета. Там по-русски написано. Смотри, реально по-русски написано в газете. Блин, что с камерой? Вообще, не понимаю. Ну, это демка, поэтому... Это, я думаю, будет дорабатываться. То еще все сырое, все вообще жесть полная. Так, окей. Понятно. Лифт не работает, отлично. Мне нужно на четвертый этаж. Нужно на четвертый этаж, а лифт не работает. Окей. Уважаемые жители, 17.01.18 в 10 во дворе номер 18 состоится встреча жителей с директором. Понятно. Управдом. Управдом? Управдом. Ладно, допустим, окей. Опять пивась. Невская! Невская? А, питерская! Питерская! Отлично. Отлично. Бюро переводов. Лингмакс. Гарантируем безупречный перевод. Звонить можно? Мне нужен срочно перевод. Не курить. Так, понятно, двери закрыты. Окей, идем в лифт. Доска объявлений. Идем в лифт. Экстренная помощь. Пожарная охрана 101, милиция 102, скорая помощь 103. Так, окей. А лифт работает или нет? Прям линолеум, да, такой? Так вот реально. Отлично, лифт работает. Отлично. Так, на четвертый этаж. Ну, в принципе, здесь на другой этаж нельзя проехать. Привет. Что-то там написано. А как там на этих... На потолке, как вечно, да? За... Чего? Что ж ты так долго... Воу-воу-воу. Что за подзагрузка была сейчас? Что там? Замуровали демоны. Отлично. Эй, открой. Открой. Окей. Мы приехали. Приехали на четвертый этаж. Блин, подзагрузки вообще жесткие. Приехали на четвертый этаж. И не кури. Не кури, понятно, любви нет, только шаурма и котики. План эвакуации. Прячьте вещи эти, если в доме дети. Окна пластиковые. Окей, так. Отлично. 416, а нам какую 415? Ребят, вы что, съехали? Ваш Wi-Fi не работает. Надеюсь, вы в порядке. А, он перечеркнуто. Вы в порядке. Кому-то чисто Wi-Fi, короче, нужен. Окей. Щиток. Блин, щиток как у меня в подъезде, ё-моё. Понятно. Вари борщ. Вари борщ и умирай? Что? Так, окей, в какую дверь? 417. 417 наша дверь. Окей. Пошли домой. Так, окей. Смотри, даже отражение есть, да? Ладно.
какие-то записи. Записи. Чистящие средства. Унитаз. Так, ладно. Ладно, давай зайдем куда там, на кухню, да? Пема? А, типа пемолюкс, что ли, пема? О, огурчики. Огурчики. Игры это Ленинград. Аридрон. Вместо Аристона Аридрон. Окей. Погоди, что, чайник можно включить? Да, погоди, стой. Да ладно. Я могу чайник поставить? А что-то я огня не вижу. Я тупо включил газ. Как долбанет, как рванет. Пакет пятерочки, ё-моё. Окей. Давай посмотрим, что на балконе. На улице дождь. На улице дождь. Вот она, промышленная зона, да, заводы. Атлас. Атлас. Что-то написано. Атлас, что-то какое-то. Да. Красота. Красота. В принципе, графончик. Графончик радует. В принципе, да. Так, окей. Что за звук? Это чайник свистит или что? Окей, включим свет. Смотри, ноут стоит, ноут, телек. Что-то все у нас тут завешено. Что пищит-то? Чайник пищит? Пылесос Samsung, ё-моё. Я такой продаю, я такие продаю. Да, это что-то здесь пищит. Так, окей, тапки, носки. Star Wars fans, фанаты Star Wars. Окей, ладно, какой-то чат. Берем. Пульт, наверное, телевизор, наверное, надо включить, я думаю, да? Шилипс. Повышение сейсмической активности Земли. Окей, Шилипс. Какие-то письмо или что это? Квитанция за квартиру, счет, короче, за, наверное, за электричество какое-нибудь. Окей, 24 часа новости. Новости. Области. Создаем будущее вместе. Что там, ипотека, что ли? Правил сервис, хороший отдых в любой стране. Окей, я понял. Здесь. И даже здесь навязывают ипотеку. Ладно, окей. Пошли. Ну слушай, прикольно. Прикольно. Прям. Прям прикольно. Черт. Пора вынести мусор. Лучше это сделать сейчас. Так, мусор. О, давай в ванну зайдем. Что у нас здесь в ванной? В ванной. Не, это в принципе чайник, наверное, свистит. Отлично, мухи повсюду. Что подумают соседи? А, ну да, я говорю, чайник свистит. Да, выключи ты чайник. А, прикольно прям, да? Это как в реале, он так затухает звук. Окей, вынести мусор. Пакет пятерочки с мусором. Ладно. Погнали. Мусор у нас в подъезде, да, этот мусоропровод. Наверное, туда надо выбросить, я думаю. Отлично. Но пока под загрузок больше нет, я, в принципе. Ну, смотрю, ну, бывают такие вот. Камера, вот, непонятно, она работает. Так, да, все правильно.
Все правильно. Тут я не попаду к мусоропроводу, но могу спуститься на первый этаж. Так, снова лифт. Окей. Какой из них работает-то? Симулятор москвича, короче, да? Чего? Что-то там моих соседей. Непонятно. Затертые записи. Так, где у нас... Где у нас находится... Мусоропровод где-то здесь, да? Да, вот здесь, по-моему. Вот ребенок, что ли, там кричит. Какая жуть, нужно помыть руки. Опять возвращаться домой, что ли? Так и будем. Чем мы сейчас? Мусор, потом будет уборка в квартире. Соседи бушуют, что ли? Чувствуешь, да, что-то эта музыка поменялась, ну как бы поменялась звуки. Прям какие-то нагнетающие. Но пока кроме звуков хоррора я пока не вижу. Ну, если не считать подъезда, короче, этого дома за хоррор, то ничего пока такого я не вижу. Так, окей, опа, камера опять у нас. Да что с камерой-то? Твою ж мать. Так, хорош. Хорош. Понятно, диспетчер не отзывается. Это стандартная схема. Диспетчер не отвечает. Стандартная схема в российских лифтах. F, чтобы достать телефон. Окей. Ну и сети, как обычно, нет. Я помню, один раз застрял в лифте и вообще тоже еле поймал. Эй, меня кто-нибудь слышит? Я застрял. Кажется, на... О, ты видел? Что-то на четвереньках пробежало. Ты видел это? Эй! Вызовите аварийную службу. Так, окей, давай, лезь. Черт, сегодня точно не мой день. Ты видел, да? Что-то пробежало. Кажись, начинается хоррор. Хоррор, кажется. Двери открыты. И вот эти двойные двери. Почему моя дверь открыта? Уверен, что закрывал. Телефон. О, как-то потемнело. Как-то потемнело. Что за черт? Эй, кто здесь? Так, хорош. Хорош. Блин, такой камерой-то будет, если что-то еще... Shift Уран? Если кого-то будет уранить, да что за подзагрузки? Эй, погоди. Что там? Что это? Там кто-то долбится об телевизор головой. Окей. Воу, он как-то ненормальный. Вау! Что за тварь? Что это за дети? Черт, телефон в лифте, надо позвонить от соседей. Да ладно, ты еще и просрал телефон.
Что это сейчас было? Что за карапузы? Нас будут атаковать дети. Блин, хотя с другой стороны, вот больше всего я ненавижу в хоррорах детей. Это вот такие вот, блин, враги, что это пипец полный. Так, ладно, к соседям, к соседям. Да блин, камера, камера, камера. Соседи. Эти соседи, нет? Так вот, телефон лежит, почему бы не позвонить, не взять? Почему соседям-то надо? Воу, воу! What the fuck? Какого... Приятно. Так. Алло, соседи, вы дома? Эй, есть кто дома? Алло, есть кто? Свет, наверное, включить, что-то темновато. Мысли, свет не работает? Допустим. Эй, где у вас тут телефон? В туалете, нет? Да блин, что с камерой-то? Где? Бега тут какие-то причиндалы непонятные. Кладовую зашел. А, щиток, ё-моё. Отлично. Включили свет. Да? Да, подали свет. Окей, посветлее хоть стало. Наверное, можно и вот эти лампы включить. А, вот я, у меня уже включено. Одна включена уже. Можно вторую, наверное, включить. Так, окей, допустим, ладно. А где телефон-то? Рычаги. А, смотри, там все загорелось что-то, да? Самсунги опять. Опен. Так, ладно, давай повтыкаем. А, допустим, сюда. Чем-то изменилось, не? Так, а если в эту сторону? А, смотри, там буквы меняются. Походу, надо open, наверное, написать, да? Погоди, open, наверное, да? А, допустим, вот здесь была О. О. П у нас стоит уже. Да блин, камера. Камера. Так, это куда, правильно? Нет, неправильно. Значит, в другую сторону. Копия. Отлично. Все, окей. Что-то мы включили, короче, сделали какой-то опен. А, он там. Зеленая лампочка загорелась. Так, окей, а как мне туда попасть? Вот вопрос. Да, блин. От загрузки. Давай посмотрим в этой комнате, что. Камера видеонаблюдения. Опа! Карапуз прополз. Карапуз. Смотри, один он валяется, да, походу. Карапуз. А второй куда-то прополз. Паяльники. Мне срочно нужно взять паяльник. Мне ж нужно чем-то защищаться.
Так, окей. А, вот еще здесь проходы. Ваш пурл. Блин, мухи тут что-то, блин. Подними голову. Так, ладно. Здесь паяльник. Любитель паяльников, не знаю. Давай дернем ручку. Опен. А, о. Отлично. КТРЛ. Куда ты вниз-то смотришь? Камера здесь ведет себя странно, реально. Камера и подзагрузка вот этих локаций, как бы. Пока еще кривовато все. Так, телек опять у нас здесь. Его не выключить. Погоди, а там кровь. Видел, да? Так, хорошо, что-то начинает, начинает. А она постепенно, постепенно так углубляет тебя. Раз включен. Почему не здесь горит огонь, а я почему-то себе не видел огня. Огромная вытяжка. Наверное, ширина. Что? И? Сраться бояться, сколько крови. Там кого-то жрут. Фонарик. Фонарик и пистолет. Оу. Окей. О, мой бог. О, бог ты мой. Посмотри, здесь кого-то убили. Что здесь происходит? Эй, get away from me! I don't think it likes the light. Это не я, это не я. Это не я. Оно само. Hey. Hey. Answer me. What the fuck is wrong with you? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I killed it. Это вроде как, да, похоже на ребенка, но это не ребенок. Слишком какой-то большой для ребенка, да? Взрослый ребенок. А. Ну да, это ребенок. Воу-воу. Он не один. Смотри, они света боятся, походу. Ёпти. Три штуки. Твою мать. Воу-воу-воу-воу-воу, хорош! Это что за... Что это? Что это, мать твою? Меня убили, я причем я ничего не мог сделать. Это очередной, короче, пирамида головый и сейф головый. Thank you for playing. Отлично. Ну, слушайте, игрушка, да, как бы она сырая, просто вот сырая, да, сырая. Но атмосферка реально есть, да. Что-то, я думаю, будет интересно. Я думаю, ее допилят до конца, как бы. Вот. Причем движок Unreal Engine 4, я думаю, будет и красиво, и атмосферно. Вообще круто. Будем следить, будем следить. Вот, будет что-то новое выходить, будем записывать, будем смотреть. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И с вами был Валерий. Всем пока.